28 августа в Одинцовской библиотеке номер 1 на улице Маршала Бирюзова, дом 30А, пройдет День открытых дверей. В программе, которая стартует в 12 часов, презентация проектов, таких как «Библиотур», «Литературно-творческий кружок 3К», «Краеведческая среда», «Молодежный театр «Филин» и других. Взрослые и дети смогут принять участие в мастер-классах, викторинах и играх. Приглашаются все желающие.